Когда папа был маленьким. Девятки мои приехали. Добрались. Ба, дедуля. Осторожно, посторонитесь. Ой, какой же ты большой и сильный вырос, сынок. А ведь недавно был совсем малыш, как Бог. Папа тоже был маленьким? Мы сохранили коробку с твоими детскими вещами. Ну-ка посмотрим. Кажется, не та коробка. Да. А этой шайбой я во дворе в хоккей играл. Ого, можно взять? Конечно. Будет мой победный талисман. А это мне мама связала. Наша мама? Нет, моя. Ты в ней на лыжах всегда катался. Ух ты! А тебе как раз. Я тоже хочу в ней кататься. Отличная идея, Бо. И лыжи готовы. Но сначала в хоккей. Папиной шайбой. Молодец! 2-0 в пользу Бо и Ба. Ну что, теперь на горку? Зо, а как же твой талисман? Не работает. Слишком плохо я играю. Даже твоя победная шайба не помогла. Да эту шайбу мне в самом первом матче 10 раз в ворота забил. Разве она не победная? Лучше. Она тренировочная. Побед без тренировок не бывает. Буду тренироваться. Конечно, Зо, не сдавайся. А пока давайте слепим снегобыка. Да! Какой веселый снегобычок получился. Еще смешнее. Разбираем лыжи. Колени сгибаем. Палки прижимаем. Так. И так. Лыжники, за мной. Папина шапка. Сейчас найдем, Бо. Папа в ней все детство катался, а я раз и потерял. Бо, да я таких шапок штук 10 твоему папе связала. Он все время их терял, когда на лыжах катался. Потому что без тренировки нет победы. Конечно, я и сама натренировалась так, что с закрытыми глазами могу шапку связать. Ого! Смотрите, что я нашел на елке. Прокатимся еще разок. Да! Молодец, Бо!
А вот и свежее печенье для наших спортсменов. Спасибо. Ух ты! Вкус детства. А у меня такое не получается. Зато есть прекрасно получается. И мы научимся. Устали дети. Семейная традиция. Ну кто так играет? Вот как надо. Папа, а кто это? Ой, Зо, ты нашла мамин семейный альбом. Это твоя прабабушка в молодости. Это прадедушка, а это красивая пара — бабушка и дедушка. Ух ты! А почему они все на коньках? В маминой семье все увлекались фигурным катанием. Семейная традиция. Ого! Какая мама красивая на льду! Может, и у меня так получится? Зо! Будешь играть с нами в хоккей? Нет, мама. В нашей семье другая традиция. Неожиданно. Я теперь фигуристка, а хоккей... О! Ура! Ура! Хоккей подождет. Ой, ой! А может, все-таки в хоккей, Зо? Нет, мама, я должна продолжить традицию. Попробуем еще раз. Зо у нас герой, да, мам? Конечно. С меня хватит. Зо, мы все видели. Мы обязательно придем. Скажи, Мусь. Конечно. Я уже маму с папой позвала. Ледовое шоу Зо сегодня вечером. Приходите все. Правда здорово, а? Что? Это ты повесил? Я подумал, что все должны увидеть, какая ты молодец. Никакая я не молодец. У меня ничего не получается. Я это фигурное катание вообще не люблю. Зо, их уже все видели. Афиши эти. Где? Давай просто повесим новые афиши. Напишем, что ты передумала. Нет, Бо, раз все ждут, придется выступать. Если надеть коньки на руки, сможешь спокойно поднять одну ногу. Бо, ты меня отвлекаешь. Ладно, я же просто предложил. Да кто же так играет? Смотри. Ух ты! Зо, у тебя талант! А может... Дамы и
господа, разрешите представить вам несравненную Зо и ее грандиозное шоу на льду. Ты такая талантливая. А ты не расстроилась из-за фигурного катания и традиции? Конечно, нет, Зо. Мне кажется, нам нужна новая традиция. Чтобы каждый занимался тем, что нравится? Да! Итак, фото на память. Улыбочку. Команда. Смотрите, Муся с мамой и папой распеваются. Как дружно поют. Хорошо, когда у семьи есть общее увлечение. А у нашей семьи есть общее увлечение. Ну, завтрак. Тогда у нас их целых три. Завтрак, обед и ужин. Мы очень увлекательная семья. А давайте тоже будем петь. Ну, петь я могу. Все, стоп. Пение не наш конек. Чем же мы будем вместе увлекаться? Спортом. О! Ну что, команда, готовы? Поехали! Дорогая, начинай. Дорогой, я уже давно начала. Просто понимаешь, турники — это не мое. А где Бо? Смотрите! Какой я замок из песка построил? Ух ты! А давайте из песка всякие штуки делать. А лучше из глины. Команда, за мной. О! И вот так. Вот. Теперь ты, дорогой. Может, у детей лучше получается? Дети! Я застрял. Семья, еще варианты есть? А вот так. Во!
А мы так и не нашли общего увлечения. Да, милый, так бывает, что у всех разные интересы, даже в одной семье. Ну-ну, команда, не унывать. Смотрите, погода какая. Махнем на пикник, а? Отвлечемся от этих увлечений. А что, поехали! Ура! А все-таки мы его нашли. Наше общее увлечение – пикники! Папины помощники. Ха! На! Мам, пап, ну вы идете? Ух, сейчас мы поиграем, а главное, погодка-то... О, вот! Не хоккейная. Придется отложить. Все-таки этот абажур совершенно не подходит к нашим обоям. Давай их поменяем. Помнишь тот магазин, в котором наши пираты... Там столько обоев. Еще дрель новую возьмем. Такой ремонт устроим. А может, просто поменяем абажур? И абажур поменяем, и стены, и потолок, и... А мы? А вас, дети, я попрошу остаться. Еще одного нашествия пиратов магазин в этом сезоне не переживет. Мы мигом. Нет, ну сколько можно повторять? Я никого не трогал. Этот стеллаж с красками первый начал. Не переживай, капитан. Наши копытца еще ступят на палубу строительного магазина. О, твоя муж пришла. Привет. Привет, подруга. Там не погода. Я не пошла в кружок юных дизайнеров и подумала, вдруг вы скучаете. Очень-очень скучаем. Ну, давайте тогда вместе что ли поскучаем. А у нас в кружке юных дизайнеров учили старые вещи не выкидывать, а обновлять. И как его обновить? Ну, можно, например, покрасить. Папе эта идея точно понравится. Ладно, давай. Ура! Ой, вот тебе и ой. Мусь, а об этом в вашем кружке юных дизайнеров ничего не говорили? Конечно, говорили. Все обои теперь моющиеся. Давайте их просто отмоем. Муся, ты такая умная. Капитан, ведро и мыло.
Выходит, они еще и отваливающиеся. И чем мы их будем приклеивать? А мы и не будем. Современные дизайнеры стены красят. Папе эта идея точно понравится. Настоящий дизайнер не боится экспериментов. Бо, а ты воду-то выключил? Кажется, мне в кружок юных дизайнеров пора. Или не пора? А сколько пиратов участвовало в набеге? Двое. Ну, то есть трое. Фу, трое. Значит, все целые? Просто мечтают о ремонте. Вместе мы быстро справимся. Ура! Бригада, за работу! Удивительно. Начали с хоккея на роликах, а закончили ремонтом. На роликах. Новое слово в дизайне. Сила погоды. Сила природы. Сила семьи. В какой же цвет дверь покрасить? А, помощники? У нас в кружке юных дизайнеров раз белый. Теряшка. Мука, масло, кабачки. Опа! Вот! Что там с тачкой? Ой! Ма, па, а есть что-нибудь вкусненькое? Оп! Вкусненькое. Ни яблочек, ни конфеток. Ничего! Ай, ой. О, капитан, а я тебя искал. Дети, знакомьтесь, герой космического флота капитан Ряшка. В детстве мы не расставались. Моё! Отдай! Ой, ой, ой! Идем. Бо, а список я могу доверить только тебе. Да. Зо, ты с нами? Да-да-да-да. К сожалению, не могу. У нас с капитаном важная миссия. Изучение Земли. Вкусненькое не забудьте. Капитан Ряшка, это Земля. Земля! Их ты, Ряшка-потеряшка. Итак, начнем. Посмотрите налево, посмотрите направо. Цветы – это прекрасно. Пчелы – это опасно. Вода – это мокро. Колодец. Таинственно. Ой!
О, местное население. Ой. Здравствуйте, земляне. Деда Харитон Коля. Это капитан Ряшка из космоса. Ого. Здравствуйте, я Коля. У нас тут миссия. Миссия? Мы тут с Колей тоже не сальт крутим. Да, Николай? Вечером заходи. Где? А это яблоко. Пробовали когда-нибудь? Вкусное, сочное, сладкое яблоко. Или кислое? Не, сладкое. Никогда так не делайте. Во-первых, оно чужое. И вообще не мытое. Чего не сделаешь ради миссии? Кусты, там мы уже были. Небо, там вы уже были. Забор, улица, камень. Бабочка, дерево. Наша экскурсия подходит к концу. Возвращаемся на базу. Капитан? Капитан! Капитан Ряшка! Ряшка! Зо, что случилось? Капитан Ряшка! А мы тебе вкусненькое принесли. Все те же на манеже. Привет, сосед. Это не я вашу тачку сломал, и не Коля. И вообще, мы нечаянно. Тачку? Тачку мы починили уже. Тучок у меня золото. С самого утра не узнать, помогает и помогает. Эх, что это я хотел-то? Так было надо. Миссия, капитан Ряшка. А, да вот он, твой капитан. Капитан Ряшка-потеряшка. Деда Харитон! Деда Харитон, а это ваша потеряшка? Да? Чё-то не припомню. Ну там, тогда. А, ну если там. Маме вашей наварили не надо? Ого! Коля, тащи лестницу! Вот такой урожай в этом году. Коля, за тачку нас простили. Тогда про лестницу завтра скажем. Не надо было качели из тачки и лестницы делать. Щедрости, всепрощения, главные землянские традиции. Разбойники. И тут нет. Зо, может, не надо? А вдруг родители вернутся? Да одним глазиком посмотрим и все. Никто не узнает. Осталось только одно место. Зо, не надо. Надо. Нет. Да. Ну что ты там пасешься? Подарок сам себя не найдет. Нам все равно его вечером подарят. До вечера еще целая вечность. О, вот он, наш подарочек. Железная дорога, я знала. Спасибо, спасибо, спасибо. Электрическая? А вагонов сколько? Шлагбаум есть? Сейчас. Ой. Только не шевелись. Ой-ой-ой.
Только не реви! Мама будет ругаться. Мамы не будет, наверное. А папа? А папа может. А мы ему скажем, что мы не виноваты. Что это... Плохие ребята? Точно, плохие ребята. Пришли и все поломали. Разбойники. Разбойники, это мы? Да? А мою-то зачем? На память о прошлом. А нам обязательно уходить из дома? Другого выхода нет. Разбойники должны жить там, где темно и сыро. В ванной? Может быть, мы будем жить в ванной? В лесу, вот. Только в лесу. Идем, Бо. Мам, ни о чем не спрашивай. Все плохо. Мы должны уйти из дома. Ну, раз все плохо, я с вами. Налево или направо? Уже все равно. Ну тогда лучше налево. Глупый шарф! Глупый ветер! Глупая, глупая погода! Только на погоду злитесь? Или еще на кого-то? Я однажды тоже ужасно разозлилась. Сначала на кастрюлю, а потом на бабушку. Ну, сожгла я кастрюлю. В угол-то зачем ставить? В угол? Да, даже хотела из дома уйти. Ушла? Нет, подумала, как она без меня? Пропадет же. А ты? Я? Я без вас вообще не смогу. Даже если вы все горшки разобьете, все мои кастрюли сожжете и все... Мамочка, мы ничего не жгли, мы только железную дорогу сломали. Ой. Ох, я уж испугалась. И кажется, замерзла. Может, поглядим на нее напоследок? Заодно и чайку попьем. Нам без папы не обойтись. А мы ему скажем? Конечно. Думаю, та часть, где разбойники превращаются в ремонтников, ему особенно понравится. Наш папа обожает ремонт. Кто сказал ремонт? А вот и папа. О, уже собрали. Собрали и сломали. И почти починили. Вот. Ух ты! Ну, давайте запускать. Работает! Тогда следующая остановка — чаепитие. Ура! Ура! Неудержимый герой. Новая книжка про пиратов. Неудержимый улитка. Уполз в закат. Конец. Почему конец? Никакого конца. И
точно! Ха-ха-ха! Мум! То есть мам! Неудержимый герой написал я. Читает тоже я. Опасные приключения с картинками. Эта книга потрясет мир. Ой, действительно, потрясающе. Бо, сынок, давай так, я доделаю, а потом сразу послушаю про твоего героя. Ага. Пап, я книгу написал. Ого. Послушаешь? Вот-то. Опа. Тоже потом. Да. Ну, потом так потом. Ой, да разве это книжка? Книжки большие дяди пишут. Бородатые. Подрасти сначала. А вот и подрасту. Давай, давай, писатель. Бе. А папа говорит, от турника растут. И хотя бы вытягиваются. Ой. Не подрос. И даже бороды нет. О. Любишь истории? С картинками. Однажды в далеком-далеком океане там. Земля была совсем близко. Лодка протекала. Ветер выл и рвал паруса. Хрыщ, хрыщ, тыдыщ. И тут волна, корабль шлёпнула и перевернула. А герой такой, оп, и полморя сам проплыл. Сначала на бочке, потом в бочке. Во какой ловкий! Ух ты! Вылезает, значит, на остров. А там злой пират. И тут пошла драчка. Бать! Слева! Бить. Слева заходи! Ну и победил. В общем, и тут вот же оно! Сокровище острова Черепа! Герой взял его и понес. Домой. Конец. Браво! Как конец? Никакого конца. Да есть продолжение. Да-да-да. Продолжение? А я не придумал. Пока. Для нашего Бо нет ничего невозможного. Ага. Он у нас неудержимый герой. Мой брат, между прочим. Игра для всех. Дети, держите бочку для творчества. Спасибо, пап! А давайте из нее...
барабан сделаем. Может, ракету? Для кукол. Или будем в нее мячи кидать. Все это мы уже делали. Я придумала новую игру. Та-дам! Магазин Коровкин огород открыт. Налетайте, покупайте. Ого, что продаешь? Вот груши, очень сладкие. А здесь морковка, капуста, картошка, свекла. Все для вкусного обеда. А ананас есть? Держи, Бо. Только что привезли из далеких южных стран. Вот это повезло. Спасибо, Зо. Груш, 1/2 кило, пожалуйста. А пахнут как. Капусту ничем вредным не поливали? Что ты, Коля? Только родниковой водой. Уродилась капустка. А имбирь есть? А как же, Сергей? Бери, быстро разбирают. А мне, пожалуйста, вот это и свеклу. И это, салат приготовлю, и суп, и рагу. А, спасибо. А как же я? Луковица осталась. Берешь? Ну вот, все самое вкусное разобрали. Макар, завтра приходи. Я тебе много камней, ой, овощей, фруктов насобираю. Не хочу завтрак, сейчас хочу. Лучше я свой магазин открою. А вот кому грибок на один зубок. Гриб белый, а грибник умелый. Нет! Так нечестно. Это я придумала эту игру в магазин. Два магазина лучше, чем один. А три еще лучше. А я чем хуже? Тоже что-нибудь продам. Грустный выдался денек. Съешь веселый пирожок и счастливый колобок в магазинчике. Борис! А кому желудей зеленых, моченых и соленых, разных вкусов ураган, магазин «Лесной кабан»? Медведь сладкоед, вам малину надо? Нет. Листья, коряги, ветки и травки найдете у Лиски в творческой лавке. Книгу купи, чтоб наполнить досуг. В моем магазине книжный сундук. В общем, для приятного чтения. Какая-то скучная у нас игра. Все потому, что надо играть по моим правилам. Зо, что-то случилось? Они мне всю игру испортили. Ой-ой-ой, наверняка они не специально. Очень даже специально. Это я в магазин играть придумала. А они потом свои пооткрывали. Мне кажется, нужна такая игра, чтобы интересно было всем. Всем? Кажется, я поняла. Спасибо, мам. Что это вообще за игра? Камни продавать. А шишки что? Лучше, что ли? Или коряги какие-то? Это не коряги, а детали для творчества. Не то что песок и обычные желуди. Обычные? А чем тебе желуди не нравятся? Про них даже в книжках пишут. Скажи, Серый. В книжках о такой ерунде не пишут. Может, скажете, что моя малина тоже ерунда? Стойте, не уходите! Давайте устроим ярмарку! Это где все продают ненужные вещи? Опять! Нет, щедрую ярмарку, где одни подарки. О, подарки? Давайте! Ура! О,
Танцуют все! Гога! Задрай клюки! Начать погружение! Есть начать погружение! Люки-то надо было задраить! Ого! На борту незнакомец! Вообще-то, это головастик, а? Случайно к нам заплыл. Ничего не случайно, он с нами играть захотел. Этот Гога... Гога! Его Гога зовут! Добро пожаловать в нашу команду! Чувствуй себя как дома, Гога! Он у нас еще не освоился. Надо ему дом показать. Папа! Пап, а у нас Гога. Он с нами поживет. Хорошо? Хорошо. Если вы уже подумали, как будете о нем заботиться. Заботиться? Ура! Будем заботиться! Во! А это наш двор, Гога. Познакомься, Гога. Это мама. Мама, это Гога. Питомец, значит. Прекрасно. Давно кормили? Точно. Его же кормить надо. Хоп. Ну, как наш Гога? Не ест ничего. Может, его картошкой покормить? Головастики картошку не едят. И морковку тоже не уважают. А что они уважают? Водоросли любят из пруда. Вот. Ой. Ой. Ура! Ого! О! Ноги! Эй, гулять хочет. А? Нужна суша. Хорошо мы сегодня о Гоге заботились, да? Ага, завтра его еще на самокате покатаем. Бо, вставай скорее, смотри! Хвост! Хвост исчез! Так теперь ему хвост без надобности. Гога скоро взрослой лягушкой станет. Как это? Обыкновенно. Головастики — лягушкины дети. А? А что нужно лягушатам? На пруду жить со своими. Гога с нами живет. Мы ему не чужие. Тогда вы должны желать Гоге добра. Считайте, он вас погостил на каникулах. Прощай, Гога. Даже не попрощался. Ребята, чего рога повесили? Грустно, когда заботился о ком-то, а потом стал ему совсем не нужен. Бо,
Тебе всегда будет о ком позаботиться. Положи сестре салат. А? Соседи, собирайтесь! Скоро концерт начинается! Концерт? Может, и Гога там поет? Конечно! Слышите? Спасибо, Боизо! Экскурсия! О! Итак, кто я? Нет. Я понял. Ты бабочка. Да. Ого. А вы знаете, что раньше где-то здесь стояла древняя крепость? Ух ты, как интересно. Тут написано, что в нашей деревне много невероятных мест. Хотите, вслух почитаю? Серый, ты лучше покажи. Экскурсию провести? Да! 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 Туристы, за мной! Перед вами старейший дуб в деревне. Ого! В обхвате он составляет 3 метра. Очень могучее дерево. На всем протяжении дуба вы можете наблюдать кору. Кору? Это интересно. И кору непростую. Если потереться о нее спиной, можно услышать, как... А? У нас тут, между прочим, экскурсия, а не цирк. Мы этот дуб уже 1 000 000 раз видели. Видеть-то видели. А что вы про него знаете? Ладно, пошли дальше. Вот поселение наших древних предков. Это же просто камни. А вот и не просто. Эти камни помнят, как наши прапрадеды собирались рядом у костра, играли в кости и оставляли наскальные рисунки. На камнях рисовали? Так они общались между собой. А много времени спустя на раскопках тут нашли... Ребята? Да где они все? Серый, ну чего нашли-то? Найти своих предков. Они ждут вас уже 3000 лет. Даже древние орудия труда нашли, между прочим. А юные туристы потерялись. А когда мы в крепость пойдем? Наконец, самое интересное. Старинная крепость. А? А? Ура! Крепость? Где? Она прямо тут стояла. А что с ней потом стало? А потом перестала стоять.
Значит, в крепость мы не заглянем? И в рыцари не поиграем. Может, тогда хотя бы отдохнем? Точно! Ай да, купаться! Серый, не сердись. Нам всем нужен перерыв. На качелях. Не получилась у меня экскурсия. А мне она понравилась. Ты на них не обижайся, Серый. Просто им скучно, когда нельзя все увидеть и потрогать. Увидеть, говоришь? Зо, у меня есть идея. Вот, всех привела. Можно начинать. Только не экскурсия. Экскурсия? Нет. Мы будем искать старинные артефакты. На этом самом месте стояла шахматная беседка графа Хрякуса Пятого. Каждый раз, проигрывая, граф в раздражении разбрасывал фигуры. Ух ты! Ну, кто хочет их найти? Я! Мы! Сколько живу в нашей деревне, а ничего о ней не знал. Хрю. И я не знала. Серый, а о чем следующая экскурсия? Серый, а еще что-нибудь есть интересное? А давайте вместе почитаем и найдем. Давайте! Да! Ура! На север! Снегу в этом году намело, как на Северном полюсе. А где это, пап? Далеко-далеко на севере, Бо, где льды, снега и белые медведи. Это на вершине земного шара. Смотри, туда добираются только самые смелые. Ух ты! Вот это приключение! Я ведь тоже смелый. С самой большой горки быстрее всех съезжаю. Решено! Отправляюсь в путешествие на север. Бо, ты смельчак. А то. Только на санках туда не доедешь. А я на лыжах поеду и к путешествию подготовлюсь как следует. И раз, и два. Бо, чем ты занимаешься? И три, и четыре. Готовлюсь к отважной экспедиции. На север один пойду. А теперь до качелей и обратно. Бо, смотри, не заблудись. Давай вместе пойдем. Спасибо, Коля. Герой Полярник справится сам. Ой, все хорошо. О, Макар пришел. Ребята побежали с горки кататься. Мы пока не можем. У нас тут Бо в экспедицию собрался. Помогаем подготовиться. Ух, чуть с пути не сбился. Мой папа говорит, если заблудишься зимой, нужно слепить себе снежную пещеру, чтобы согреться и переждать непогоду. Спасибо, Макар, то, что нужно. Во, какая пещера будет. На Северном полюсе в такую даже белого медведя можно позвать. На чай. С медом. Мы с тобой. Бо, давай вместе строить. Смелые путешественники в помощи не нуждаются. Я отправляюсь на Северный полюс один. Один? Это ты смело.
Ну хорошо, тогда ты один тут справляйся, а мы пойдем поиграем. Какой-то у нас комочек кривой. Да, вообще не похож на снеговика. А что это у вас? Так это же полярный корабль! Ледокол! Здорово получилось, сынок. Надо всем показать. Ребята, а? Ого, какой красивый и быстрый, наверное. И когда вы успели целый корабль построить? Когда берешься за дело с друзьями, все быстро получается. Экипаж, идет снежная буря. Все на борт! Ой, двигатель заглох. Высылаю сигнал о помощи. Друзья, скорее сюда. Можно спрятаться в снежной пещере. А? Дорогие путешественники, не пора ли вам подкрепиться? Всегда пора. Экипаж, буря закончилась. Свистать всех наверх. Брум-брум-брум-брум-брум. Двигатель запущен. Ура! Отправляемся на Северный полюс покорять льды и снега. Ребята, я был неправ. С друзьями в путешествии гораздо интереснее. И вместе всегда веселее. Вот, ты же всех спас. Капитаном будешь? Буду. Одну минутку. Капитан, матросы, улыбнитесь. Команда, полный вперед! Да, идем на север! Йо-хо-хо! Детективная история. Вот. А? Все, все. Пап, а ты когда в город поедешь? Завтра. Собралась домой, Зо? Я нет. А они... Да. Ой-ой-ой. Больше ни одного учебника. Я поллета читала. Теперь только футбол, приключения и веселье. Каждый день. А? У меня же каникулы. Эй! Опа! О, привет, Серый! Держи мяч! А? Мяч? Какой мяч? Мяч! Привет, Зо! Давай вечерком! У меня новый детектив! Похищение шишки! А? Такой интересный! Вот, возьми почитать! Мы с ребятами? Не-не-не, никакого чтения до 1 сентября. Ой, Макар, привет! Привет! Хочешь? О! А, и ты туда же. Серый туда пошел? Туда. Хоп! Ха! Привет, Зо. Серого не видела? О, привет. Ты не видела?
Ну, хоть вы без книжек. Ой. Каких книжек? В этом-то и вопрос. Все что-то читают, все куда-то пропадают. Мы должны провести расследование. Да! Ура! Пап, мы к Серому. Хорошо, только панамки наденьте и передайте тете Волчице. Здравствуйте, ребятки. Здрасте, а Серый дома? Нет. За мной. А? Вот. Туда. Ну куда они все подевались? А может, они на поляне с шалашом? Может. А может, с ними случилось что-то ужасное? Ой. Спокойно, мы всех спасем. Туда. Вот. Я так и знала. Их похитили! Кого похитили? Ой. Такого не может быть. Мы регулярно читаем книги по безопасному поведению в лесу. Сережа! Сережа! Я тут, мам! Ой, вы все к нам? Сережа! Конечно, к вам. Мы тут вас ищем. Все копыта стерли, а вы не откликаетесь. А, так я же говорил, книжка новая. Такая интересная. Интересней футбола? Ну да, там злодеи похитили шишку, а команда детективов... Похищение? Целая команда? Можно? Держи. Это загадочная история. Сядь поудобнее и книгу открой. И чудеса начнут случаться с тобой. Ты побываешь в неизвестных лесах. И на летучем корабле в небесах. Ты сможешь город отыскать на луне. И проскакать на златогривом коне.